have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Всем привет. И сейчас, пускай он никуда не уходит, сейчас к нему летит подарок, с военкома. Хорошо. Межгалактическая ракета, баллистическая ракета. Земля. Ну что ж, давайте, наверное, немножечко прикупим что-нибудь, Это они тренируются по стрельбе сейчас? Что? Что? Где? Кто? Нубы, ладно. Рассказывай про игру, я слушаю. Значит, это обычный тайкун, но там, где происходит полное мясо. Угу. Это все, что я могу сказать. Мясной тайкун. Как бы тебе может когда угодно прилететь ракета. Она будет что-то рушить, тебе придется строить все заново? Нет. Так, как мне сейчас еще денег настрелять? Все, понял. Мясной тайкун. Аллилуйя, дождь из мяса. Ладно, это бред. Это ты стреляешь или кто стреляет? Это зачем? Что? Где здесь? Так. Нубы тренируются в стрельбе. А вот какой-то блокпост захвачен. Что? Блокпосты? Я сам не знаю, что это. Не знаю, что-то приносит или нет. Что мне приносит деньги? То, что чуваки стреляют из пистолетов? Да. Ясно. Значит, мне нужно больше чуваков, которые стреляют из пистолетов. Это логично. Второй этаж. А тут у нас что? Рабочий. Мне к вам выдвигаться или не надо? Или не стоит? Чтоб я знал. А что ты сможешь или не сможешь? Или что это будет? Хорошо. Давай так. С какими целями выдвигаться? Захватческими? Не совсем. Так, я нашим чувакам УЗИ прикупил. Ну все, я тогда к тебе. О, это какой-то самолет. Как сказать, что еду? Че, опять какая-то бомба летит? Погоди. Не совсем. Так, денежка. У меня, кстати, 3 миллиона. Ох, ёж ты, парасоте. Вот я купил чувакам УЗИ, а чё они его не взяли в руки? Или это другие чуваки должны быть? Это ты должен взять. Здравствуйте, это военком, вас забирают. Садитесь, вертолет, всё. Так, я так понял, что у нас превьюхи с вертолетами стали в моде, да? Да, можешь делать превью. Вот смотри, вот сейчас солнце, да? Вот так. Сейчас повыше взлечу. Не, надо... Стой. Да, вот так вот повыше. Так, вон вот там так, нефтяная давай, вышка вот как раз. Ой, прям шоколадно. Спасибо. Всё. Меня спиной развернуло. Стой. Вот так вот. А почему ты не сидишь на воздухе? Я присел, знаешь, на краешек так, на всякий случай. Прилетел какой-то незнакомый вертолет. Че, я там буду сидеть как дома, что ли? Ну сейчас подожди, не выпрыгивай, только у тебя урон от падения нет, получится все красиво. Я просто мастер парковки, как видишь. Я этот моряк, швартуюсь где хочу. Вот, эти челики, по идее, сейчас тебя не должны тронуть. Это моя охрана, личная, приватная. Сейчас проверим. Так они по тебе стреляют, подожди, сейчас проверю. Он по тебе будет стрелять или нет? Кстати, с помощью вот этого я по тебе выстрелил. Прикольно. Да? Ай. Все. Понял. Работают. Enable shooting. Ясно. Отойди от него, ты его смущаешь.
Как ты понял по его красным щекам под маской, да? Сейчас, подожди, только не заходи, ты умрешь. Это я Сейчас мне знаю, нужно да, нельзя на тебе чужую базу дипломатию заходить. кинуть. А фиг ли ты в саперном костюме? А, сейчас это, ну да, я Джиггернаут. Ой, я тебе войну кинул, сори. Я нажму нет, наверное. Да, не надо. Кстати, за мою тушу предлагают 1500 рублей. Долларов. Так так что можешь меня убить. Это дешево, 1500. Мне ну не так, надо. Потому что я еще никого не убил, так за меня могут 20 тысяч предложить. Не-не-не-не, оно того 50. Не стоит. О, а там что? Там меня тоже убьет, я понял. В смысле, он тебя не убьет? Нет, ну там, там красная дверь. Убьет. Да блин, сейчас. Какое название придумать? Для кого? О, Ганс. Все, клан Ганс. Андерсонс. Блин. Подскажи, пожалуйста, у вас в столовой подают вюрст? Или крауд? Хорошо, тогда самое интеллектуальное название. А для чего мы выдумаем название? О, все, есть. Я сейчас приглашу. Все, я тебе кинул приглашение клана. Сам видишь, как называется. А, ну, сказано, что... Ай, блин, вы... Кинь еще раз. У меня уехало... Зачем ты отменил? Я не отменил, оно уехало. Я не успел нажать «да». Все, теперь я могу тебе накинуть 5000. А как он называется, твой клан? Абуба. Просто... О, спасибо. Ого, у меня сразу сколько всего загорелось. Спасибо за 5000. Просто там было написано, что вас такой-то, такой-то, такой-то приглашает в клан. Вы вступили в Всё, клан. Все, пойдем, заходи. Пойдем. Итак, посмотрите налево, посмотрите направо. Тут нет ничего интересного. Пойдем на третий этаж сразу. Пойдем. Греби сколько хочешь. Чего? Еще в бункер сейчас зайдем за сигнальной ракетой. А, вот, бери пулемет, бери снайперку. Это самое лучшее оружие, которое у нас есть. А, спасибо. Баррет и этот... А, неплохо. МГ, вроде, если не ошибаюсь, 240. Да, ну, короче, 249. Все. Ага. Я, у тебя окно тут есть, стекло? А, там написано. Подожди, там снизу написано. На оружии. А, иди сюда, броню надень. Броню. Сейчас шляпочка будет торчать, конечно. Плюс 50 хпшки, да, спасибо. А, не торчит. Ее аккуратно. О, стало видно мое подозрительное лицо, ну ладно. Бери миниган, бери, не знаю, огнемет. Кстати, огнемет не взял. О, это гранатомет. А где этот тиран? Не, погоди, гранатомет это не против тирана, это против. Против Немезиса. По кому долбануть с ракет? А, то есть вот, вот мы сразу как, да? Да. Ну, кого хочешь убить? А кто у нас тут есть? Это... Так, там есть вон... Это Иран, по-моему, да? У нас из окна виден. И кто это? Австралия или Новая Зеландия? Чей это флаг? По-моему, Австралия. Да я не вижу, я слепой. Ты флаги видишь? А, ну вот там вот... А, подожди, ты соседа имеешь в виду, да? Нет, соседа? Я просто смотрю, я не говорю по ним долбануть, я просто флаги рассматриваю. А, ну смотри, кого-то подальше, допустим, какую-то страну просто выбери. Нет, знаешь, на самом деле, если бы я был на твоем месте, я бы посмотрел, если на сервере присутствует Польша. А, я вижу Францию. Мочи лягушатников! А? Мочи лягушатников. Лягушатников? Подожди, я могу кому-то объявить войну. Можно я войну объявлю? Я не могу объявить войну. Почему? Не знаю. О, вот, мировая война. Между кланами нет. Не, дитя. Может, это, я пойду тогда прокачаюсь, что ли? Лягушатников мочить. Иди и становись рядом с той, короче, штукой. Через второй этаж можно быстро выпрыгнуть с окна. Вот тут?
Через второй этаж, это третий. Ох, ты ж я, понял. Сколько у тебя тут этажей? Или даже этажов? Ой, а, да, вижу дверь. А я не могу быстро домой телепортнуться? Нет. Ну я тогда пешочком схожу, тут не так далеко. Ты куда? Подожди, ты куда? Смотри, обернись. На торвелётике хочешь? Да. Сейчас. Смотри, как красиво. А, ты ракет хочешь запустить? А, да, по Италии, да. Вообще-то Франция, ну ладно. По Франции? Может, по Италии? Ну давай, нет, ну на самом деле давай по Италии, давай, ладно. Вот видишь, короче, там это, он там. Надо будет потом, я вижу, где Италия, надо будет потом просто отправить, да? Мочи лягушатников на мочи макаронников, ну ладно. Пиццу, как бы, ну ладно. Доставка. Доставка пиццы. Минус один только. О, клиент 1337. Погоди, вот если нельзя разрушить базу этим взрывом, то что ты, что ты добиваешься пуском ракеты? А, для того, чтобы его убить. Кого? Обитателя? Да, обитателя. И что тебе это дает? А? И что тебе это дает? А, ну типа, ему нужно будет заново брать оружие, нужно легко атаковать. А, и кроме того, еще личное удовлетворение, да? Таш, стоп тебя, блин. Еще, возможно, он обидится, там распсихуется, просто выйдет успокаиваться, а к нему уже атака лезет. А как запустить атаку, кроме ракет? Что-то, у тебя есть какие-то войска? Нет. Мы войска есть. А, то есть, получается, ты отстраиваешь базу, чтобы просто получить хороший эквип, вертолет, ракеты, да? Ну да, на вертолет он после второго ребита. То есть, я эту базу прокачу уже третий раз. Ага. Ой, Мексика. И могу уже четвертый прокачивать. Погоди, ты в Мексику стрелял или в Италию? Ой, это... Это Мексика. Я флаги перепутал, блин, как неудобно. Ладно, я тогда пошел. До свидания, спасибо. Просто издалека герб было не видно, реально. Я думал, что это Италия. Как неудобно получилось. Ладно, пока главное с Аргентиной не ссориться, а так все нормально. Пойдем тогда на Россию. Ой, там Корея, Россия, в самом деле. Выбирай, Корея или Россия. Но это ж не Северная Корея, это нормальные люди. Ладно, туда Россия. Это тебя гасят. Нет, не тебя. Кого? Куда ракета пошла? Это нас гасит. Тут ПВО, да? Да, тут ПВО. Так нет, для ПВО оно что-то слишком криво полетело. Здравствуйте, вы из компании Reflame. Все, бери пулемет, бери миниган. А, понял, иди, ать, поехали. Пойдем защищать здание. Пойдем. Зачищать. От кого? Мы же его уже убили, ну ладно. Зачищать. Я понял, я же говорю, от кого зачищать. Все, вас забирает военком, подожди. Направь на него дуло, не знаю чего. Направил. Семен 4, САС, вас? Ты очень САС, чувак. Ой, я на украинском пишу. У меня чат выключен, ну ладно. Я написал, короче, вас забирает военком. Он свалил отсюда просто. Он меня боится. Подожди, он хочет у нас вертик своровать. Да, скорее всего. А, блин, а бессмертие очень долго тут идет, да. Чувак, короче, пошел просто... Он просто пока взял оружие в руки и не на базе. Ну, то есть на базе. А мы ничего не можем ему сделать. Ясно, понятно. Он себе тут это, прокачал шотганчик, снайперку, но стоит, ничего не берет. А ты не свалил? Ладно, пошли отсюда. Ать! Почему? У меня хвост застрял. О. Нормально, отстрял. Здравствуйте. Не стреляй по нему. Ты по вертику попал. Я, извини, вижу, да. Отрикошетило все, я убираю пушку. Че ты ему там пишешь вообще, сейчас посмотрю.
Садись. Садись. Ему, что ли? Да. Прикольно. Давай, заберем с собой сувенир. Ну, мы военком, как бы. Зачем тебе целый человек? Что ты с ним делать будешь? Забирать его в рабство. Кстати, я свечу темнотой. Чем? Смотри. Я свечу... Мой фонарик, то, что... Ну, короче, на вертик, он светит темнотой. Прикольно. Да-да-да. Очень... Ну, да. Ну, это так, тень, да, упала. Это когда у тебя на машине минимальная насечка на спидометре 20 км в час. Получается, ты стоишь со скоростью 20 км в час. Сейчас, подожди, я его убью второй раз. Как ты его убьешь? Он же бессмертен сейчас. Блин, ну... Ты ему сейчас... Рандометом под ноги выстрелил. Он сейчас практически святой, ему сейчас ничего не сделаешь. Да блин, он хочет мне вертикс. У него почти получилось. Как ты допустил? Ладно, валим отсюда. Он просто, он, чувак просто развивается, покупает себе. Он сейчас крышу построит, и мы не улетим никуда. Ладно. Ну что, он уже так подозрительно стены вокруг поставил, то-то, сё-то. Ну, кстати, он там, он бы сейчас пошел за деньгами и крышу построил. О, смотри. Ай. Блин! Это было ПВО. Это было ПВО. Так, хорошо. Я пока дома быстренько прокачаюсь. И надо деньги сколько собрать. Сколько у тебя денег? 30 штук. 30 штук. 35. Я подряд на все тыкаю, сейчас посмотрим. На что тыкается, на то и тыкаю. Так, это нормально сработало, это... Еще 17 осталось. Тебя, ну, короче, выкачай гараж, чтобы у тебя первый транспорт был. Хорошо, а на улице? Ну, как бы, да, он на улице, там, слева от базы. О, армор за 3000. Я понял, он этот самый первый армор. Сейчас, сейчас глянем. Сейчас запускаем фейерверк. Смотри в небо. Самолет? Нет, а, вижу, смотри в небо. Вижу. Фейерверк. Вижу. Летает, как муха, знаешь. Ты им управляешь, что ли? Да, блин. В воду упал. Бедная пальма. Так, стены... Я в воду упал. О, гаражная платформа. Теперь. Vehicle pad за 500. Да, хочу. Стены, да, как-то, наверное, нет. А танк для геймпасса, джип за 10 тысяч! А, я могу ATV заспавнить. Я могу этот снежномобиль заспавнить. А вот этот снежный, это самый быстрый транспорт в игре после вертолета. Кто-то пытается по мне что-то гасить. Так, пойду-ка еще денежек заберу. Итак, 8 тысяч. Дзынь-дзынь-дзынь. Ага, я так и понял. Стены. Стены. На самом деле тут прикольно, я думаю. А сколько людей в клан можно объединить? А, не знаю, сколько, наверное, хочешь. Прикинь, создать какую-нибудь коалицию. Вот все вот эти вот увлекаются ролевыми играми, типа, знаешь, в Америке делают же репродукции, как проходила это на гражданская война и всякое такое. Тут можно делать очень даже такие интересные вещи. Ну, хотя тут все современное. Ну, тоже, в принципе, ничего. Еще один работник 3500. А, то есть тут стрелка называют работником. Ну, нормально. Ну, как бы да. Он работает. Это типа майнинг, но с помощью патронов. Я сейчас пытаюсь представить, как это может работать. На тебя десант как бы летит. 3500 надо, блин, чуть-чуть совсем не хватает. Сейчас возьму еще. Десант. И что? А, о, я думал, ты это в образном... Ну все, застрял, молодец. Выстрел. Так, опа, берем подожди. Еще одного перца. Банкомат не работает. Почему у тебя банкомат не работает? Потому что он пустой, не?
Банкомат, говорю, не работает. Ну. Нет, работает, ай-яй-яй-яй-яй-яй! Не работает. Но я только что все забрал. Он не работает. Ну вот, я все забрал, видишь, он пустой. И загняется. Ой, я чувакам создал тут все условия прям для работы. Так, хорошо. А, еще вон туда можно... Кстати, тут у тебя скоро бункер будет, вот тут. Ага, понял. А это для чего? Что? Бункер. Бункер, там вещи будут, можно от ракетных оторваться. О, минуточку, а у тебя есть какое-то предупреждение, что, мол, чувак, ракетная атака? Не. А, ясно. Только надо быть именно глазастыми и все видеть, и все знать. Моя твоя понимаешь... Они неожиданно прилетают. Меня тем более она убила только один раз в жизни. И это была не моя. Когда я спал на базе, да, такой? Проспал все дежурство. Так, ну, в общем-то, я понял. Нет, тайкунчик очень прикольный, и тут можно поразвлекаться. Желательно приходите с друзьями, и значит, вам обязательно понравится. Все, минус. Серьезно? Ну там чел, как бы я получил за него 424. Ты кого-то хедшотнул? Да. Ёпарас, это животное. Ладно. Будем тогда на этом потихонечку заканчивать. Тут серьезный вот этот дядька с броней, торчащий из-под брони. Не войну обновили. Ой, объявили, понял. Объявили войну. Ну, подумай, нужно ли оно тебе, взвесь все за и против. Вот. Кстати, как я стреляю назад себя. А, мне тоже понравилось, как я из пулемета стрелял под 90 градусов, очень прикольно. Ладно, ребятушки, будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем победа. Всем пока.